сочный шашлык с соусом Blue Cheese по-петелински. Нам понадобится: для приготовления фирменного соуса для барбекю из петелинки нужно смешать сливки с сыром с благородной плесенью, травами, специями и взбить в блендере. Перелить в креманку и украсить зеленью. Чтобы шашлык получился сочным, покупаем готовый, уже замаринованный шашлык «Петелинка». Обжариваем нежное мясо на средних углях до золотистого цвета. Для гарнира можно использовать овощи. Из петелинки шашлык всегда получается особенно сочным и ароматным. Аппетитную курочку подаем с нашим соусом, который идеально подойдет к шашлыку. «Петелинка» желает вам приятного аппетита!